patience in my life. Run away with you. Следующая коробка. Я вообще-то думала, что она в одной коробке. Может, я ожидаю еще раз посылку, я думала, что это две разные. Но ничего, не смотрела. Ой, тут тоже классно все упаковано. Вообще бомба. Майнкрафт. Это, в этом копошишься и думаешь, когда же я достану свой горшочек, ёлки-палки. Господи, помилуй. Алина, потихоньку. Все работает не так, как ты понимаешь. Ого! Это просто бомба, как тут. Тяжело. И тут что-то, какое-то страшное положили. Что? Раз, два, взяли. Вау. Это, кстати, недорогие удобрения пролонгированного действия. Долгоиграющие. Буду ложить в горшочки. И теперь смотрим сюда. Еще одна большая пачка Pringles. Мне нравится этот вау эффект. И вуаля. Боже, какая красота. Не, ребята, это реально. Магазину огромное спасибо. Это горшок еще больше. Это горшок на 3 литра. Реально. Это просто бомба. Ну, честно, я оставлю ссылочку на них, потому что это просто бомба. Класс. Куда прячешься в дождь, дурачок? Посмотрите, какое горщище. Я думаю, почему она такая огроменная, тяжеленная. Я ж типа заказывала чуть-чуть, а положили нормальненько. Тут просто тубус. Ага. Ёлька. Ой, какая милашечка. Это Ельконика. Я надеялась, что в третьем тубусе тоже что-то положили. Размечталась. А, скажи, разготала тубус. Угу. Я только подумала про это выражение. Короче, у меня была Ельконика огромная. Вот такая огроменная. Ну, как кала. Вот, как кала. Сантиметр. Как кала. Как кала. И родилась у меня малая, и она у меня засохла. Ой, классненькая, такая маленькая. Посмотрите на это чудо природы.
Вот она такая несуразненькая. Ну, это ельконь. Ёлка? Есть ёлка. В общем, спасибо огромное магазину. Я скал просто в шоке. Они невероятно красивые, невероятно шикарные. Ёлочка маленькая, хорошенькая, все в наличии.